А идея у меня вообще была поехать в Иваново. От Белозерска я как-то постепенно немножечко отхожу от этой идеи, потому что далеко. Пока я, как говорится, доезжаю до локации, я уже никакой. И, в общем, одно дело мне было ехать в Казань, в блаженную квартиру, а бы к тете Зое. Ну вот можно, кстати, еще раз в Казань рвануть, собственно. Вот эти вот, я заметил, вот эти вот газели, вот такого, да, типа вот машины, они ужасно всегда гоняют и потом гробят всех своих пассажиров, как говорится, до единого, и себя самого, потому что там безопасность, конечно, на нуле в этой селедка-воске. Вот. А у КамАЗика сапоги не хуже, чем у БМВ. Ну, еще раз, да, что, сейчас я, походу, в Москву еду, не знаю, сколько я в Москве пробуду. По Москве у меня тоже, конечно, то есть то, что я живу в Москве, для блогера это, в общем-то, большое раздолье, потому что можно, даже если я буду каждый день или даже через день ездить на новую станцию метро, а их больше, чем серии секретных материалов, их, по-моему, в Москве уже, наверное, штук 500, но я не знаю точно сколько, то уже можно, может, допустим, задаться целью сделать обзор Москвы, то, в общем-то, это уже материал будет дохренища. Поэтому можно будет это как-то использовать. Двигаемся потихоньку.